послушать, как ты едешь. Когда прикажешь. Около 8 вступило сообщение, обнаружили чуть раньше. В половине 8. Время смерти. Сколько ему лет полного было? 45-го года. 70 лет он даже месяца. Да? 22-го он должен был быть 70. Да, он такой нормальный, что такой. Закорка на тренажер, пусть их на уровне стоит, как их, куда они все отживают. Вы должны. Сообщай, когда что будет. Угу. Сейчас с машиной. Ничего. Около 8 часов утра поступило сообщение об обнаружении трупа Попова Николая Ивановича, который является депутатом законодательного собрания Тверской области, вот на этом месте, в Торжокском районе, недалеко от села Спас, где он проживал. Предварительным осмотром места происшествия установлено, что смерть наступила от огнестрельного ранения, произведенного предположительно в спину. Сейчас будем все это устанавливать в ходе судебно-медицинского исследования экспертизы трупа. Работает центральный аппарат Следственного комитета и Следственное управление по Тверской области, отдел по расследованию особо важных дел. А какие основные версии сейчас рассматриваются следствием? Основные версии связаны с его служебной деятельностью, как на должности депутата законодательного собрания, так и на должности председателя колхоза, он сохранил название, колхоз «Мир», которому руководил более 20 лет, хозяйство является успешным, может быть, что-то с этим связано. Рассматриваются бытовые версии, связанные с какими-то конфликтами. На место приезжали члены его семьи, кто-то, что-то сейчас? Да, на месте происшествия присутствует его сын, который допрошен, и это будет использовано в ходе расследования. А кто обнаружил тело? Тело обнаружил его заместитель, который, заволновавшись, что он не приехал на утреннее совещание, поехал по направлению к его дому, и вот на поле недалеко от дороги обнаружил машину и труп Попова. А тело находилось возле машины или изначально оно было в машине? Тело было обнаружено возле машины на земле. То есть фактически он вышел из машины, да, будучи раненым уже, получается? Да, можно предположить, что будучи раненым, он пытался покинуть автомобиль, но погиб. Спасибо.